Единую службу колл-центра Севастополя по коронавирусу мобилизовали для работы в усиленном режиме. Причиной стало ухудшение эпидемической ситуации и появление штамма омикрон на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Получить актуальную информацию жители могут по единому номеру 122. Поручение мобилизовать службы по всей стране дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. На эти нужды регионам страны субсидировали 700 миллионов рублей. Деньги пойдут на дооснащение, усиление штата операторов и внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта. Уже в ближайшее время колл-центры по всей России пройдут стресс-тестирование. Их проверят на пиковые нагрузки. Сейчас среднее время дозвона по номеру 122 в Севастополе составляет около 1 минуты. В ночные часы можно заказать обратный звонок. При необходимости единой службе выделят дополнительное помещение для операторов, говорится в сообщении правительства региона. На данный момент колл-центр размещается на 2 площадках. Основная находится на базе медицинского информационно-аналитического центра. Резервная расположена в единой дежурной диспетчерской службе города. За прошлый год на номер единого контакт-центра по вопросам распространения COVID-19 было принято более 77 тысяч вызовов, сообщила директор Департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.